Всем привет, меня зовут Маша, и вы смотрите мой YouTube-канал про моделинг, про то, как стать моделью, как развивать себя в моделинге, и про уверенность на камеру, как позировать на камеру. И в этом видео мы поговорим на мою самую любимую тему – возраст в моделинге. И вообще, возможно ли моделинг после 30, или вы уже настолько старый, что вам только уходить на пенсию и нянчить внуков? И я, конечно же, заспойлерю все самое интересное в самом начале, чтобы вы не досмотрели это видео до конца, и у меня была плохая статистика. В общем, 29 из-за войны я приезжаю в Германию, и там подписываюсь с East West. Они мне ни слова не сказали про мой возраст. Мне было 29 лет в 30, муж решает приезжать в Барселону, я эту идею поддерживаю, мы переезжаем, и в 30 лет я подписываюсь с новым агентством в Барселоне. Сейчас мне 31, и я планирую еще как минимум 4-5 лет работать моделью. Я ходила на Барселону Fashion Week, я работала на Bridal Fashion Week, когда мне было 31, и как бы все в порядке, мне ни разу никто ничего не сказал про возраст. Конечно, мое агентство не присылает мне кастинги для тинейджеров, для бершки, для какой-то такой одежды. Так, к сожалению, такие работы я и кастинги не получаю, но на самом деле очень много кастингов здесь, где пишут возраст от 30 до 35. Это прям золотой возраст работать моделью здесь по Барселоне. И в основном мои коммерческие съемки, коммерческие кастинги — это вот такой вот возраст. Они хотят там женщину, которая выглядит уже как жена, которая, может быть, выглядит как молодая мама, которая вроде как юная, но не подростковое лицо, но не baby face. Это прям, не знаю, у меня очень много кастингов таких, и я сижу на платформе modelmanagement.com, и там тоже подаюсь на кастинги. И вот мой возраст... А модели там до 30, но мне 31, я все равно подаюсь, потому что я же не выгляжу именно на 31. Очень много кастингов моделей до 30 или модели от 30 до 35, это прям очень много. Поэтому, если вам говорят, что тебе 22, а ты уже все, старая кошелка, и моделинг тебя не светит, просто забывайте про это агентство и уходите, и ищите что-то получше. У нас в Украине, к сожалению, это огромный стереотип. После 22, что все дороги закрыты, они не занимаются такими девочками, их тоже можно понять, они заинтересованы в девочках 16, 17, 18 лет, в них вложить там время, деньги, чтобы они потом в 19 лет выиграли свой первый контракт, подписали с классным агентством и приносили им больше денег. Да, возможно, в 30 уже вы не сделаете прям такую high-fashion карьеру, вы не поедете в Нью-Йорк, а может и поедете, но просто не будете брать там, я не знаю, Calvin Klein показ первого раза. Хотя сейчас я бы с этим тоже поспорила, потому что сейчас моделинги очень-очень популярны. Diversity — это такое слово, которое переводится как разнообразие, разнообразие типажей и возрастов. Рост еще важен. Я бы сказала, что низким моделям, кто ниже 1,70 м, сложно работать. Это скорее будет локально, в вашем городе, больше как съемка контента. Согласна, рост еще важен. Фигура, даже если вы модель размера плюс, должна быть в параметрах. Худые модели тоже все-таки должны быть в параметрах. А вот возраст, он настолько расплывается. И сейчас очень много скинкер косметики, которые хотят с первыми признаками взросления, с морщинками, кожу уже с порами, кожу уже с пигментацией, потому что молодые девочки, ну да, покупают скинкер, но все-таки больше ты вкладываешь в крема, в сыворотки после 30, потому что ты хочешь выглядеть хорошо, свежо, молодой, ты вкладываешься в хорошую, дорогую косметику. И вот как раз они заинтересованы в таких типажах, вы просто пройдитесь по улице, мимо аптек, и посмотрите, какие девочки рекламируют. Да, есть такие бэйби-фейсики милые, но это будет, скорее всего, подешевле косметика, уже такого бюджетного варианта. И отдельно хочу поговорить про talent agencies. Если вам там после 30, 39, 35, 36, 38, вы хотите, это ваша мечта, попробовать посниматься, поиграть на камеру, открыть внутреннюю актрису, я очень вам посоветую не забивать на эту мечту, не говорить себе: «Боже, все, у меня жизнь кончена, я только могу на какой-то обычной своей работе работать офисной». Нет. Если вам несколько агентств модельных отказало из-за возраста, тогда вы просто пишете в talent agencies. Talent agencies, им нужны именно актеры и модели абсолютно разных и роста, и типажей, и возрастов. У них нет фэшн-работы, нет съемок, но у них очень много видеосъемок и рекламы, которые вы видите на телевизоре, на экранчике в метро, когда ездите, на там бигборде, если это экран с видео. Вот для таких вот реклам телевизионных, для ютубных реклам нужны обычные лица. Вернее как, все равно с изюминкой, все равно харизматичной, все равно с красивой улыбкой. Такие как магнетические лица,
но там нет таких жестких стандартов, как в моделинге, типа скулы, вот эта вот линия челюстная, обязательно там до 30 лет. Нет. У меня самой был этот стереотип, когда я моделила в Германии, я попала на кастинг с моделью, которой было 30 лет, но она выглядела максимум 23. И я так удивилась, сказала, ой, там, молодец, что ты еще работаешь. Она сказала, что она начала рано, потом делала паузу, вышла замуж, была скульптором. Сейчас 30 только вернулась в моделинг. Это было в Германии. Германия — это поистине классный маркет, потому что там нет такого вот серьезного рубежа. И так как мне сейчас 31, у меня много сверстников, моделей, с которыми мы вместе начинали, тоже им по 30, все пока что работают, все снимаются, все зарабатывают. Даже вот в Азии больше любят babyface, Китай, Япония, Корея. Япония, Корея, скорее всего, нет. Уже после 25-26, то есть им нужен такой прям babyface, такой еще румянец на лице. Но, опять же, моя подружка рушит все стереотипы, в Китае работает после 30, очень активно, много зарабатывает, все хорошо. Еще один мой знакомый мужчина работает после 30, прекрасно, зарабатывает много денег. Но мужчины вообще немножко по-другому, они с каждым годом даже работают больше как модели, и все-таки типаж вот этого зрелого мужчины, немножко сединой, с бородой, это прям в моделинге всегда ценится. И у мужчин, может быть, даже наоборот, больше работы с возрастом после 30, после 25, чем до 30. Когда у девочек все-таки там в фэшн-модельных агентствах пик работы там с 20 до 28, наверное. Сложный период, наверное, с 35 до 40, потому что этот возраст, я смотрю, что не сильно любят на кастингах. Это, наверное, когда мы уже выглядим не так сильно молодо, но еще нет таких признаков старения, нет там морщинок, нет седых волос. И вот этот возраст, наверное, переходный, самый сложный, но после 40 все прекрасно. Это уже категория aged модели. Понятное дело, это очень молодой возраст, 40 лет, но это уже категория aged моделей, и они тоже сейчас супер популярны. Мне даже одной подруге сказали в Лондоне, а она пошла в свое агентство, которым работала, когда была совсем 20-летней девочкой, а сейчас ей 34, по-моему, 35. Ей сказали возвращаться, когда тебе будет 40, когда чуть-чуть лицо состарится, чуть-чуть там будут какие-то морщинки. Мне сказали, офигенный типаж. Все супер, но мы хотим тебя чуть-чуть попозже. Так что если вам после 30, вы находите агентство в вашей стране, в вашем городе, смотрите, есть ли у них какие-то модели после 30 лет, потому что если это агентство, там, где все девочки на сайте висят 20-21 года, то, скорее всего, нет, они вам не ответят или ответят отказом. Если на сайте, не знаю, в последнее время, когда я проверяю агентство, ну там всегда есть какие-то модели и вообще там с седыми волосами, с морщинками, и 30, и 35. И в Нью-Йорк, помню, когда я первый раз поехала, там была очень красивая женщина с короткой стрижкой, ей было под лет 40, она постоянно работала для Ralph Lauren, и все было прекрасно, никто из агентства не выгонял из возраста. Поэтому, когда кто-то говорит моим девочкам, которые брали мне консультации, которые зашуганные, какое-то украинское агентство сказало, что ну все, мы не будем с тобой работать, потому что ты пришла в 23, и это так поздно. Я прям, ну, мое сердце разрывается. Нет, это не поздно, поэтому смотрите это видео, фолловите мои советы, это пишите в Talent Agencies, пишите в агентство, где есть хотя бы пару моделей после 30, и верьте в свою мечту, делайте себе классное портфолио, классные модельные снэпы, пишите сами каким-то клиентам, это косметика, это бижутерия, украшения, одежда. Сейчас нужны абсолютно разные типажи. Всем спасибо за просмотр и, пожалуйста, поставьте сердечко и оставьте какой-то комментарий, чтобы мой YouTube-канал рос и развивался.